Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет распаковочка. Эту огромную посылку я получила. Она очень долго шла. И посмотрим, в каком состоянии дошли ко мне растения. Итак, приступаю к распаковке своих растений. Упаковали их. Пленкой обернули. Вот посмотрим, в каком состоянии она. Недели, полторы недели шла там на посылка. Где-то она потерялась на почте и тому подобное. Это новая почта. И посмотрим, как она дошла ко мне. В каком состоянии мои цветочки. Упаковочка. Сейчас, наверное, раскрою, а потом вам покажу дальше. Там сильно длинное видео будет. Распаковываем. Я верхний слой посылки сняла сама, а сейчас открываем, посмотрим, как его упаковывают. Так, каждый цветочек в отдельности. Ух, ничего себе. Большие цветы. Это что я заказала? Главное, чтобы они не повредились. Это у меня орхидейка. Это носор загнулся. Вот тут это. Огромный какой-то. О, цветочки вроде бы живые. Одну достала. Прекрасная. Вторую достанем прекрасную. Я не знаю, что там, правда, уже за полторы недели я уже забыла, какие цветы я заказывала. Но главное, чтобы они были. Какие не важно. Главное, чтобы они выжили. Все. Такую аккуратурочку. И начну вам показывать, что у меня пришло. Так, начнем с этого цветка. Поднимаем выше, включаем фонарик и открываем. Малыш маленький. Кабанчик какой-то. А, кто это там приполучил его? Интересно. Это у нас антуриум. Антуриум. Красный. А прекрасно. Это мужское счастье. Антуриум. Какое у меня тут счастье привалило. Мы смотрим. Пока счастье достаю, этот цветочек падает. Не падай. Ну, я вам скажу, ну что такое счастье? Здесь много молодых, подгнило чуть-чуть. Ну, это срежется, ну, пересылка, все. Цветочек отпал, листочек живой. Ну, цветок очень красивый, сейчас покажу. Смотрите, какое красивое лаковое счастье мужское. Красивый цветок. В общем, пусть радует. Сейчас перейдем к орхидейке. Это выживет, это живучее растение. Антуриум в хорошем состоянии. Подрезать, там почистить, там все, там то. Нормально все. Смотрим на прекрасную орхидею. Какую я получила орхидею, в каком состоянии. Так, снимаем. И корневую надо посмотреть. Все надо посмотреть. Что же они тут так сильно упаковали, елки-палки. Невозможно достать ее.
прямо. Я практически уже достала свою орхидею. Ой, смотрите, какая корневая. Ой, это еще и сортовая орхидейка. Кристалл. Кто знает кристалл, тот знает, как она цветет. Но я сейчас покажу. Она с цветочками. Вроде бы в неплохом состоянии. Белоснежная. И сейчас основной сюрприз. Сегодня пересаживать ее не буду. Поставлю, пусть адаптируется. Смотрите, какая орхидея. Я поставлю так дальше. И включу. Падает бедненькая. Орхидейка сильно вываливается из горшочка. Поэтому я ее ставлю в кашпо. Она прям переваливается, не может держаться. Подставлю палочку. Дополнительную держалку. Вот так. И с этой стороны. Она хоть чуть-чуть удержалась, чтобы я смогла вам показать эту прекрасную орхидейку. Я ее потом пересажу и вам покажу ее. Да что же она не хочет держаться? Переваливается прям кашпо. Там корней много было вообще. Посмотрите, какая орхидея. Смотрите, какая она белоснежная. Какой у нее губа красивая. Она примялась немножко, но она выживет. Она в хорошем состоянии доехала. Даже почки не отпали, посмотрите. Корневая шикарная. Я очень рада. Это кристалл. Но мой кристалл без вот этого желтенького. А, это пыльца. Это он опыляться хочет. Да-да-да, у меня есть кристалл, только мой уже отцвел. Я решила еще один заказать. Видите, какой красивый. Посмотрим, сколько она у меня процветет. На почте, конечно, она помучилась. Но ничего, такие два цветочка. Сегодня была распаковка. Прекрасный антуриум. Это я срежу, листики повытираю. Этот хороший новый листик. Там растущие тоже есть новые листики. Это почищу. Это ничего страшного. Этот цветонос уже отцвел. Но этот цветок, смотрите, какой красивый. Он крупный будет, видите, как вот этот. Красивый цветок. И орхидея в прекрасном состоянии. Так что вывод. Можно заказывать почтой любой. И укр, и новой. Но главное, чтобы были хорошие корешки. Если корни в полном порядке, то ваша орхидейка доедет и будет у нее все хорошо. Неважно, сколько она пробыла на почте. Ну, конечно, если не помёрзнет, когда нет морозов. Сейчас у нас тепло на дворе, и орхидейке было все в порядке. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи, всем пока.